В жизни происходит всегда так, как оно должно быть, и не иначе. Америка приняла. Я не оглядываюсь на прошлое. Россия не отпустила. Но мы несем это прошлое в себе. Она вечная раба любви. Нашей зрительской любви. Я никогда не чувствовала себя красавицей. Необыкновенная Елена Соловей в программе «Любимец публики» во вторник в 20:00 на 9 канале.